За последние 4 года в Алматинской области выявлено 278 фактов самозахвата земли. Сумма наложенных штрафов составила почти 50 миллионов тенге. Большинство таких случаев зафиксировано в районах, расположенных вокруг Алматы. Чтобы определить масштаб проблемы, специалисты намерены изучить фотоснимки со спутника. Серьезную тревогу вызывают также факты неосвоения земель и использования участков не по назначению. Чтобы навести порядок в вопросах землепользования, в прошлом году акимам районов было поручено создать рабочие группы. А в Генеральной прокуратуре разработали специальный алгоритм действий при выявлении таких фактов. Но итоги за первый квартал показали, что эта работа ведется активно лишь в 4 районах. В остальных результатов пока нет, а в некоторых до сих пор не созданы рабочие группы. Поставили еще раз им цели для того, чтобы они более ответственно к этому отнеслись. Поэтому этот вопрос очень сегодня актуален, и я думаю, его всегда надо держать на контроле.